Глава 16. Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иокии, и Конии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был Елен. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию, Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония, в этом городе мы пробыли несколько дней. День же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Случилось, что когда мы вошли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда доходов их, схватили Павла и силу повлекли на площадь к начальникам и, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город, и проповедуя обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей». Темничный страж объявил о сём Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром».
Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. И, придя, извинились пред ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились.